важным продуктом, и в стране всегда есть определенный запас какао-бобов, шоколада наравне с тушенкой, гречкой и прочими продуктами. Раньше поставки бобов у нас шли все через Европу, через европейских трейдеров. И зачастую что делали европейские трейдеры? Они для себя отбирали лучшее, а на Россию отправляли то, что вот останется. И, к сожалению, мы здесь были чаще всего недовольны качеством какао-бобов. Приходилось очень много с ними работать, морочиться, очищать, очень много грязи, пыли. То есть сейчас мы можем делать это напрямую. Цены на все настолько взлетели, что в нынешних условиях для того, чтобы предприятие не утонуло, продолжало, в принципе, работать, сохранять рабочие места и обеспечивать продовольственную безопасность, кормить население, это наша основная задача сейчас, мы будем вынуждены поднимать цены для того, чтобы сохранять свою экономическую деятельность возможной. Сахар обгоняет инфляцию. По данным Росстата, с начала марта в среднем по стране он подорожал на 30%. И это при том, что больше 5 упаковок торговые сети в одни руки не продают. Сейчас мы видим гораздо большую динамику, гораздо более быструю динамику роста цен. И это действительно является проблемой, но это в том числе на неком, иногда даже диком спросе на те или иные товары. И ситуация просто должна сбалансироваться.